Совсем недавно в нашей команде произошла настоящая земная радость. На музыкальном фестивале в Юрмале Леонид Моргунов из команды КВН «Пара по парам» сделал предложение нашей Кате. Катя, ровно год назад я взял тебя за руку и с тех пор не отпускал. Я хочу держать тебя за руку всю свою жизнь. Выходи за меня. Я понимаю, что это неожиданно, но поверьте мне, это не шутка, это правда. Раздакалась она там, как дала по твоей дакалке. Ты что я такого сделала? Сядь! Замуж она собралась. Ты думаешь, замужем легко? Чё, Танюш, расскажем, как там? А давай. А ну. Раз с чего начнем? Да со свадьбы и начнем, Оль. Свадьбы ломятся столы, за столами шум толпы. Половину тех, кто жрет, ты не знаешь. Поедят на 25, а в конверт положат 5. И со слезами на глазах будут денег вам желать. Ага. Пригласите, пригласите, ребята, пригласите, человек 500. А скажи-ка, боль моя, жить на что будет семья? Он прекрасно ведет свадьбы. О, а работает он где? В КВНовской среде. Повторяем вопрос, а работает он где? Где? КВНщик, безработный. Это нормальная работа. Перспективный, бедный и смешной. Нет, ну вам же надо понимать. Что? Где вам жить, где вам спать? Снимем мы в Москве квартиру. Да? Ага, метров 20-25. Ты ж за 40-45. И как в Москве жить хорошо, из замката наблюдать. Ни балкона, ничего, ни парковки, ни без лифта, 12-й этаж. Ну, допустим, год прожить. Ну. Вы наладили свой быт. Что ты дальше, Катя, скажи-ка, будешь делать? А? Его буду целовать и детей ему рожать. Только ты запомни, Кать, что рожать не целовать. Да. Это верно. Что говорить? Справедливо. Да что вы такого говорите? Что с мужчиной только поцелуй. Ма. Как же не возьмешь ты в толк, что супружеский свой долг лишь сейчас, да, он готов исполнить. А потом? А пройдет лет 25, будешь всех нас вспоминать, будешь с утюгом в руке у него долг выбивать. Точно. 3%. Ага. Посмотрим. За все годы. Да не будет такого. Ужас. Набежала сумма. Ого-го. Да хватит! Да как вы все не понимаете? Я люблю его. Леня. Лёнь, ну чё, кажись, походу, правда любит. Александр Васильевич, у меня к вам просьба. Благословите нас, пожалуйста. Этого мне ещё не приходилось делать в КВН. Команда КВН «Пара по парам», ГИМО «Москва». Согласен. Команда КВН «Город Пятигорск». Согласна. И Ольга Картункова. Ой, делайте, что хотите, раз вы такие умные. В нашей жизни непростой, удивляемся порой, где нас ждет земная радость. Мы хотим вам пожелать свое счастье отыскать.